А что вообще такое намерение? Намерение – это ради чего я делаю. Намерение нам дает Творец? Да, но мы можем его переделать. Угу. И а как правильно выстроить правильное намерение? Точно проверить себя, чего я хочу от того, что я готов сделать. Угу. Раф, а можно вот тогда сказать, что когда все наши мысли и действия направлены на Творца, то Творец, он сам убирает все лишнее и оставляет нам вот именно то, что нам надо. Это верно. Поскольку мы направлены на Творца, то это наше направление очищает нас от неправильных намерений. Угу. Спасибо большое, Раф.